Добрый день, друзья. В общем, принес мне мой товарищ вот такой якорек. Это от деревообрабатывающего фрезера. Как обычно, все через одного места. Снимал молотком подшипник, погнул вот этот вот посадочное место под подшипник. Теперь за счет этого вот такое биение якоря. Что сделать? То есть проблема в чем? В люнет. Чтобы восстановить поверхность, то есть стандартное зацентровочное отверстие центруется, выставляется, протачивается. Но поскольку как раз центровочное отверстие при ударах молотком было смещено, нам нужно сначала восстановить новое зацентровочное и проточить вот эту вот поверхность. Потом посадить втулку и таким образом восстановить. Но поскольку... То есть зацепиться нужно за вот эту вот часть. Поскольку никакой стандартный люнет для такого станка сюда не подходит, пришлось изгаляться каким образом. Я на скорую руку сообразил нечто наподобие подвижного люнета, чтобы была поддержка якоря. Вот здесь у нас можно увидеть легкий конус. 15 миллиметров вот эта вот часть, то есть забазируемся за вот эту вот часть, она у нас 15 миллиметров и маленький конус, то есть я здесь просверлил отверстие 14 зенковкой, сделал конус, то есть он будет как раз базирующей поверхностью, и дальше уже мы можем заново отцентровать, заново проточить и дальше отремонтировать этот якорь.